Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем, как приучить щенка к поводку. Каждая собака должна быть приучена к поводку, не сопротивляться, когда надевают и снимают ошейник. Такие навыки очень важны, особенно для питомцев, проживающих в городе. Учить собаку ходить на поводке необходимо начинать с самого детства. Сначала необходимо начать обучение дома. Пусть щенок привыкнет к поводку, походит в нем дома. Желательно, чтобы щенок не обращал внимания на аксессуар. Следите, чтобы питомец не играл с поводком. Отвлекайте его игрушками или лакомствами. Не рекомендуется оставлять щенка с поводком без присмотра. В первую очередь, поводок – это вопрос безопасности вашей собаки. На улице щенка ждет много открытий, машины, чужие люди и другие животные. У щенка должна быть хорошая ассоциация с поводком, поэтому следите, чтобы он не натягивался. Если питомец направляется, например, к мусорке, берите его на руки или отвлекайте игрой. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Обязательно хвалите щенка, когда он делает то, о чем вы его попросили. Ласка и терпение помогут научить питомца чему угодно. Обязательно разговаривайте спокойным и твердым голосом, но не злоупотребляйте угощениями. Многие неопытные владельцы совершают ошибки, из-за которых собака капризничает и отказывается от поводка. Хозяева могут быть излишне строги или негативно настроены, что закрепляется в сознании щенка. Проверьте, не застегнут ли ошейник слишком сильно. Дискомфорт может отбить желание у щенка гулять на поводке. Приучайте малыша к поводку с первых прогулок. Следуйте правилам, и у вас все получится. Но если все же приучить щенка к поводку вы не смогли, то обратитесь к кинологу, ведь от этого зависит безопасность вашего питомца. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.